Всем привет, с вами сервис-центр GSM Moscow. Если на вашем iPhone 6 нет подсветки дисплея, то есть изображение есть, а подсветки нет, то 50% случаев проблема в подсветке. В остальных же случаях может быть проблема в разъеме на печатной плате, либо в обвязке. Если у вас есть вопросы, пишите, либо звоните. Всем пока.